детали. Все нормально. Я понял. Ну. Вы ну, не переживайте так за меня, серьезно. Вся эта жизнь, эта мирская суета, она пролетает быстро, в один миг. Разница лишь в том, как мы будем встречать свой конец и как мы будем отвечать за свои поступки перед Всевышним. Пускай вы там, за решеткой, знаете, что я не виноват. Вы знаете, что я не совершал того, что они пытаются мне навешать. Я преклоняюсь в свои колени только перед Всевышним Аллахом. Только перед Всевышним. Я не убоюсь ни решетки, ни смерти, ничего. И что бы там вот следствие не говорило, да, почему они полгода молчали, никто не задается вопросом. Почему им с января было известно, а только как тормознули контрабанду, которую эксперты и СБУ оценили на 30 миллионов гривен? Почему только тогда они взяли за нас, а? И знаете, ребят, я не боюсь вас. Я боюсь только Всевышнего. И проклятия падут на головы беззаконников. А истина, она распространится. Везде, где упадет лунный и дневной свет, свет солнца. И какой бы темной ни была ночь, рассвет настанет. Клянусь Аллахом, рассвет настанет. И проклятия падут на головы беззаконников. Да нет, вопрос, а чего вы в Украину приехали? Потому что очень просто. Первое, я жил в Севастополе, я этого не скрываю, несколько лет. Потом пришли русские, меня обвинили в том, что я бандеровец, в том, что я помогаю там правому сектору и так далее. Мне пришлось уехать, да. Потом, ну, если мы элементарно возьмем историю, посмотрите, Афганистан, Чечня, Грузия, Абхазия, Нагорный Карабах, это только ближайшие лет 30-40 мы берем. Где, куда не придут русские, везде боль, страдания. 460 тысяч они убили в Чеченской республике Ичкерия. Только 60 тысяч из них это были до 16 лет. Дети до 16 лет. И теперь русские пришли сюда, в Украину. Я воспитан так, что когда у моего соседа горит дом, я не буду стоять в стороне и смотреть, как он пылает. Я возьму ведро и пойду тушить. Так же я приехал сюда. Я не стал стоять в стороне, когда в Украине загорелся соседний дом. Когда русские пришли убивать, грабить и насиловать. И кто бы там что ни говорил, что их там сколько нету здесь, да? А я знаю статистику, что на 10 убитых 8 граждан Российской Федерации. И это буряты, якуты и так далее. Я не был крещенным и к исламу пришел. В связи с чем? С тем, что это истина. Это истинный путь. Нет ничего, вообще, смысл жизни всем заключается, ну, это, понимаете, это мирская суета, дунья. Смысл жизни заключается в том, как мы придем к Всевышнему и как мы будем отвечать перед ним. Вот и все. Поэтому я не боюсь ничего. Вы знаете, в прокуратуре говорят, что вы сторонник ИГИЛ. Знаете такую организацию? Я знаю эту организацию ИГИЛ, это террористическая организация. Я ничего не имею общего с ней. Я сторонник суннитов, приверженец Корана и Священного Писания. ИГИЛ – это не мусульмане. Они убивают подобных себе, тем самым нарушая заповеди и нарушая Священное Писание. Я не являюсь сторонником ИГИЛ. Это все ложь. Без пыток жизнь была бы не жизнь, она была бы серая. Ничто не поднимает новости. Так, когда разговор гаспет. Он молодец. Он первый раз зашел к этим пидорам, и прежде чем ебать электрошоком, он взял два электрошока себе в шею. Мразь, я начну с вами делиться своим ощущением. Философия такова. Если ты готов умереть, имеешь право убивать. Если ты готов терпеть пытки, имеешь право пытать. Это справедливо? Если же ты очко, значит нюхай только очко. Каждый, кто бьет в нос, должен держать удар. Если ты не можешь держать удар, ты не можешь глотать свою кровавую слюну. И не пей того. Все те, кто могут терпеть боль, могут. У него уже есть подвал. Приезжайте ко мне на подвал. Это вообще-то режиссерская студия. Вообще он, блядь, он Люк Бессон у него учился. При сотрудничестве с Тарана Пикчерс мы снимаем. Очень хороший. Підозрюється вчинення кримінальних правопорушень за ознаками кримінальних правопорушень частина 1 статті 255, частини статті 127, статті 146. В цих кримінальних правопорушеннях він зараз підозрюється. А чим там іде річ? Для нас не дуже помнящих наизусть уголовний кодекс в цих статтях. О пытках, убийствах йде річ? В пытках, да.
убийствах. Він не підозрюється на даний час, і йому не повідомлено про підозру у скоєнні злочину як вбивство. А питав он кого? Вот людей, которых они задерживали, или своих местного товарищей? Населения. Местное население. А цель, мотив? Нажива. Запугать местное население, чтобы потом наживаться. Чтобы все местное население Луганской области запугать, чтобы все знали, кто такой Торнадо и что... То есть Торнадо не защищало местное население, а... Деки, некоторые личности из Торнадо, да. Есть потерпевшие, да? Которые опознали именно этого человека. И свидетели, человека. Да, которые дали показания и как потерпевшие, и как свидетели. И во время, когда мы задержали 8 человек из бойцов Торнадо, во время их содержания под стражей, мы получали 30 заявлений про совершенные преступления. Дополнительно? Дополнительно. Во время содержания под стражей. А всего сколько эпизодов по сегодняшнему? Больше 30. На бумагах. Я стану именно таким. У меня нет денег, чтобы себя отмазать, и я готов уехать на тюрьму, старик. И мусор будет плевать, что у меня дети, мать без работы, и что совсем одна. Поверь, он сможет как-то жить с этим. Какой у нас закон, такая и страна. Фото, где я с братьями муджахидами еду, короче, на верблюдах по пустыне, да? И он это фото увидел бы. Он бы сказал, что я бедуин международного класса, и даже бы вам ксиву фейковую предоставил по телевидению. Ему бы не составило это труда. Поэтому я знаю, что я не виноват. Меня не пугает ни тюрьма, ничего, ни смерть. Я боюсь только Всевышнего. А скажите тогда, пожалуйста, в пытках местных жителей, в пытках товарищей, я не участвовал, и я сепаратистов? Нет, нет. Пытать вообще, вы в исламе знаете, что пытать пленных — это грех, это харам, это запрет. И ни я, ни мои люди, никто в этом не участвовал. И все, что вот это вот они там придумали, да, написали, это расправа только за то, что мы тормознули контрабанду и показали всей Украине, что вот, такие суки наживаются на нашей крови. Мы умираем там. Люди остаются без ног, без рук, зато он в пиджачке сидит. Примазанный, побритый. Вот. И они, все, что они могут, да, это когда меня привезли, все, что он мог, это когда я сидел в цепях, в наручниках, угрожать мне, да, что мы тебя отправим, сдадим, обвиняем с Россией, тебя в Белоруссии расстреляют. Дружок, я не боюсь смерти, посмотри сюда. Ну что ты глаза опустил? Я не боюсь смерти. Кто это сказал? Ну, он сидел в голубом костюмчике. Я не боюсь смерти, расстреляют. Все, что ты можешь, это угрожать. А такие, как ты, на свободе, когда видят меня, они опускают свои глаза и переходят на другую сторону дороги. Смельчаки. Чего-то я не видел тебя, когда наши пацаны там оставались без рук, без ног в зоне АТО. Хотя какая это зона АТО? Антитеррористическая операция длится вообще пару часов, ну никак не годы, не больше года. И я очень разочарован в том, что система, да, она ничему не учится у своих предшественников. Чем кончилась династия Януковича? Да? Чем она кончилась? Не кончилась. Все то же самое осталось. Просто, ну, люди вышли с флажками, дали там ему возможность уйти, да, помахать. Перед тобой, сейчас, сейчас сидел каждый второй беркутовец, которого даже хотели снять сейчас участник АТО. Каждый второй вооружен. Каждый сейчас имеет оружие из зоны АТО. И возможности вам уйти, вам, червям, которые наживались на нашей крови и делали из войны бизнес, которые несли смерть и страдания вместе с русскими, вам возможности уже уйти не дадут. Клянусь Аллахом, истина, она придет к...